Всем привет! Записываю новое видео по проекту BitSports, и у меня для вас очень важная новость. В официальной группе проекта BitSports Telegram появилась информация о том, что завтра пройдет технический зум, на котором будут присутствовать генеральный директор Уго Родригес и операционный директор Карлос Сарменто, которые продемонстрируют работу своего программного обеспечения, то есть своего арбитражного бота, который с использованием искусственного интеллекта самостоятельно делает ставки на спортивные события и зарабатывает на этом. У нас будет с вами уникальная возможность прийти на эту встречу и своими глазами увидеть, как работает это программное обеспечение. Так же само у каждого будет возможность задать вопрос непосредственно генеральному директору и операционному директору, и получить на них ответы. Скажу от себя, что не каждый день встретишь проект, который вот так вот открыто, онлайн, проводит встречи, на которых демонстрирует работу своего продукта, рассказывает о своей деятельности и показывает, на чем зарабатывает. Более того, не каждый день встретишь проект, где можно администратору напрямую задать вопрос и, в принципе, получить на него ответ. Так что все, кто думает о том, в какой проект зайти, куда инвестировать, где поработать, я предлагаю вам посетить завтрашний технический зум проекта BitSports и посмотреть, заинтересует вас такая возможность или нет. А наперед хочу сказать, кто не слышал еще о BitSports, что это новый международный проект. Проект стартанул 5 апреля. Сейчас проекту чуть больше 1 месяца. Есть отличная возможность инвестировать в проект, в работу арбитражного бота, начиная от $10. Да, вы не ослышались, от $10. И на каждую свою инвестицию получать 300%. Так же самое есть партнерская программа, есть дополнительный доход с бинара. Если вас заинтересует эта информация, более подробно я могу вам непосредственно напрямую рассказать больше информации, или вы можете посмотреть дополнительные видео по работе в проекте на моем канале. Также хочу обратить ваше внимание, что встреча будет проходить. Здесь вот указана ссылка, пароль для входа в комнату и время для каждой страны. Вы можете эту информацию подробно посмотреть в описании под моим видео. Также само под этим видео в описании будет ссылка на регистрацию в проекте BitSports. Также само мои контактные данные. Если вы хотите начать зарабатывать в проекте, который реально показывает наличие своего продукта и своей деятельности, то приходите обязательно на эту встречу, посмотрите сами, задайте вопросы и принимайте правильное решение. Спасибо за ваше внимание и до скорой встречи на техническом зуме.